12 апреля вся Россия отмечала День космонавтики. Казалось бы, история праздника давно всем известна. Однако всегда найдутся вопросы, которые пока что не имеют ответа. Особенно, когда эти вопросы касаются космоса. В Казанском федеральном прошел семинар, на котором студенты и преподаватели Института физики и Института фундаментальной медицины и биологии КФУ совместно с докладчиками широко раскрыли тему космоса. Обсудили космическую медицину и проведение научного исследования космической пыли, над которой, кстати, в КФУ уже идет большая работа. Ну и, конечно же, не обошлось без астрономии. Мероприятие, носящее междисциплинарный характер, был проведен в КФУ впервые. И теперь будет проводиться регулярно. Такие события мы не должны забывать, пропускать мимо. И в этом году мы решили сделать необычный семинар, междисциплинарный. В этом году в таком формате оно первый раз происходит. Я думаю, что мы будем такой формат наращивать в следующие годы, еще кого-то приглашать.